Во-первых, поздравляю вас с заслуженной победой. Ты не уходил с ворот, ты продолжал отражать удары на протяжении всей игры, даже когда счет был уже очень-очень крупным, но при этом пропустил 3 мяча. Один из которых был не очень-то таким заслуженным, автогол. Вообще, скажи, вы ожидали такой игры, и простой, и без каких-либо проблем? Да, ну, мы готовимся ко всем играм одинаково, то есть, ну, нету какого-то послабления, команда сильнее, команда слабее. Поэтому, ну, просто настроились и вышли играть. Нам без разницы, против какой команды играть. Ну, вот получилось так, что мы оказались сильнее, ну, намного сильнее. Почему так получилось, что в начале игры вы бегали не очень-то активно, а вот в итоге уже к последним минутам голы летели. Это сказывается расслабленность соперника или то, что вы решили поднажать? Да, ну, соперник-то играл одинаково, бойко весь матч, там никакой расслабленности не горится. Ну, наши, мои игроки, они, ну, откровенно плохо начали. Ну, потому что увидели сразу то, что, ну, мы сильнее, как, ну, почувствовали. И мне было очень сложно их завести, я кричал на них весь первый тайм, чтобы хоть как-то, ну, задвигались. Наверное, сказывается то, что, ну, достаточно позднее время уже сейчас, и там многие после работы приехали, ну, люди тренируют, работают сами. И, ну, может быть, какая-то уже усталость. А под конец уже, ну, разбегались. Конечно, разбегались. Следующая игра для вас будет интереснее, важнее или такая же? Ну, я повторюсь, мы один, ну, нету какого-то особого настроя для конкретного соперника. Мы одинаково настраиваемся на всех соперниках. Будем выходить, показывать свой футбол. Понял, спасибо.